Недавно было видео на моем YouTube-канале, как я удалял лист, и под видео были комментарии, обломка листа и очень мелкие плоды. Это вследствие того, что растения были высажены сюда в середине июля, а не в начале, и на то время еще была фаза развития, что они только наливались. И что мы имеем на сегодняшний день, 24 сентября. Вот как загружены растения, плоды. Освещаются, прогреваются, качественные опыления. Вот вторая кисть, эти плоды по до 300 грамм. Вот происходит. Происходит налив, третья кисть. Это большие плоды, это размер трехрядки. Вот размер. То есть плоды наливаются по мере. Вторая кисть. Это размер трехрядки. 250 плюс. Независимо от ряда. Это ряд, где я ломал лист. Здесь. Ну вот взять опять же. 300 плюс. Как происходит налив плодов. Плоды большие. Есть влияние обломки листа, прогрев. Качество опыления, загрузки. Даже на крайних рядах. Еще оно наливается, но это большой плод. Вот размер. Так что здесь теплицы плоды не мелкие, они в товарном виде, трехрядка в бананке и без сеточки по мере созревания.